Привет, друзья! Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую вас на канале Акриловая заливка. Друзья, сегодня акриловая заливка. И что я хочу попробовать? Попробуем опять сделать жемчужины. Я здесь купила, пришлось купить вот такой вот шампунь. Шампунь формула энергии, вот лошадиная. Что... Он немножко другой, этот шампунь. Здесь есть экстракт корней репейника, экстракт коры дуба, депантенол, коллаген, ментол, аллантоин. Давайте его попробуем. Потому как мне в комментариях пишут, Елена, кстати, спасибо большое, что вы дали совет использовать укрепляющий шампунь. Вот этот шампунь, он именно укрепляющий. Тут написано, что он укрепляет. Попробуем его. Не знаю, какой-то он странный. Ну ладно. Что по краскам, друзья? По краскам все то же самое. Синий, красный, желтый. Здесь клей ПВА, вода и, собственно, акриловая краска художественная вот в этих двух. И в этом стаканчике колер. Обычный колер. Здесь у меня строительная моющаяся белая краска, акриловая для стен, для интерьера, и плюс клей ПВА. Один к одному и вода. Давайте я немножко отолью, потому что еще хочу что-то попробовать. Вот сюда мы отольем. И добавим сюда шампунь. Так, чтобы вам видно, вот такую ложечку, добавляю, он странный какой-то этот шампунь, ну ладно, розовый, перемешаем. Все, пусть будет так. Давайте нальем нашу краску. Техника все та же. Оп. Упс, забыла, перемешать надо. Техника та же. Все, это сюда, полноценно делать, наверное, не буду, так как экономлю краску, это всего лишь пока эксперимент, и, кстати, предыдущий эксперимент я высушила, и вполне нормально он себя ведет, то есть никаких проблем с трещинами, ничего этого не должно быть. Ну, поехали. Теперь подвигаем. Смотрим. Друзья, ячейки вот уже проглядывают, появляются. Я, наверное, выключу камеру, чтобы не занимать время, и дам минут 5-10 постоять. Ну вот, вы видите, да, что получается. Вот. И уже посмотрим на конечный результат. Итак, друзья,
Прошло 5 минут, посмотрите, какая красота получилась. То есть много-много тут. Я бы не сказала, что это, ну вот, сейчас. Вот ближе к центру, вот к этому, да, здесь похоже на жемчужины. Но дальше по окантовке это все-таки ячейки, ближе даже к сетке вот в некоторых местах. Вот. Красиво. Красиво. И вот этот шампунь, вот он, да, он не заполонил, как видите, все эти жемчужины, они не заполонили центр, все-таки остался вот такой вот, без жемчужин. Может быть, еще появится, не знаю, но думаю, что уже, скорее всего, нет. Центр остается не заполненным жемчужинками. Ну вот, видимо, да, с шампунями надо экспериментировать, надо пробовать. И, возможно, будут разные результаты. Так, друзья, хочу еще кое-что попробовать. Сейчас я уберу и вернусь.